хочу показать небольшой отводок, как работают матки на сжатом гнезде. Видно, да? Маточка поработала. Здесь линия VIF-8, маточка F1. Отводок небольшой на 7 рамках, но он был сжат вот еще. Вот маточка ходит. Видно, как матка работала. В холодную весну сжатые гнезда дают свой результат. Это две рамки полностью закрытого расплода. И здесь также он стал по центру выходить. Рамка постояла, они расплод закрыли шубой. Вот так матки работают. Это VIF-8. Ну вот эта маточка F1.